Алло? Да. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Могу, в принципе, сказать. Вы знаете, я поняла, что у вас, вам тоже приходят копии, так скажем. Копии приходят, да, но не всегда приходят с отметкой о вступлении. Так, а вы мне не подскажете, а сколько у вас, так скажем, этих судебных дел моих? Дофига. Ну хорошо, дофига. Вы мне цифру скажете, пока я вот смотрю в моих документах цифру? 6? 6 гражданских дел. Это все Александров Сергей Юрьевич, да? Ну, вот по делу, по наследственному делу, вот у меня 6 гражданских дел. Собрала вот сейчас весь этот. Вы сказали, что у вас пришло решение с отметкой. Я бы хотела узнать, по какому гражданству. Значит, дело... Скажите, пожалуйста, они считаются у вас 6 вместе с городским судом? Ага, хорошо. Значит, вот смотрите, дело номер 2-105-72-16. 105-72-16. Вы по нему, да, вы получили решение? Да, я по нему получила решение и Приморского суда, и городского. Значит, другое дело, номер 2, 1148/2017. Сейчас. 1148/2017 год. 2017? Да, это судья Петрова. Скажите, пожалуйста, а вы мне не скажете номера, которые у вас есть? Скажите, пожалуйста, мне мои номера, которые у вас есть. У меня есть 3541, 2740, 10902, 1690-994. 16? 694. 11, вы как сказали? 1148/2017. Давайте я запишу сейчас. 2-11 2-11 48/2017. Татьяна Юрьевна, я прошу прощения, просто я еще шумно. Еще раз. 11/48/2017 год. А, 11/48/2017, да? Да. Скажите, пожалуйста, вот те номера дел, которые вы мне назвали, это все подал Александр Сергей Юрьевич? Александр Сергей Юрьевич, да. Каким годом они? 16-м или 17-м или этим годом? 16-м. То есть все вот эти номера, которые вы мне перечислили, это все 16-м годом? Нет, вот у меня есть 3541, оно 17-го года. Просто, может быть, одно дело перешло в 17-й год, конечно. А скажи, пожалуйста, а 20-740? А, слушайте, подождите, я его нашла, но просто есть. Просто оно у меня забилось. Вы получили, да, по нему? Вот 1148/2017, вы по нему получили, да? Да, получила. Ну, сейчас, секундочку, я это напишу. Пожалуйста, принесите нам эти решения суда с отметкой. Скажите, пожалуйста, а вот то, что вы мне назвали, 20-740, 10-902, 16-994, у вас эти, так что дела, как бы, у вас тоже есть решение этих судов? У нас, знаете как, у нас есть решение, но оно не
Ну, вы знаете, я на самом деле вашего звонка ждала неделю, так, знаете, поскольку дело в том, что, может быть, эти номера как-то, они комплектуются с этим, просто дело в том, что по этим номерам я даже первый раз слышу, вы понимаете, но мне даже ни уведомления, ничего не приходило, понимаете, в общем, на самом деле, поэтому я бы хотела от вас услышать, каким они годом и вообще какую-то информацию по этим делам. Татьяна Юрьевна, давайте так, вы придете, принесете решение, да, и посмотрите, что у вас есть на следующем деле, потому что это, у вас вообще сейчас в данный момент плохо слышно, и так вот через раз, как волной идете, слышно, не слышно. Вот, а потому что у вас, наверное, есть адвокат, наверное, есть, который занимается этим делом? Нет, я занимаюсь сама. Ну, значит, вам может обратиться в Приморский районный суд и затребовать, какие еще дела открыты там. Я уже туда ездила, так скажем, я уже туда ездила и интересовалась. Мне дали номера, по которым я запросила решение. То, что вы мне говорите, первый раз на самом деле я об этом слышу, я к ним уже ездила. Они мне про эти дела вообще даже ничего не сказали. Поняла. Татьяна Юрьевна, давайте так, вы придете, принесите то, что у вас есть. Режим работы, режим работы, скажите мне, пожалуйста. С 9:30, прием документов до 6. До 18. Закрывается в 7. У вас достаточно такое сложное дело, оно у вас займет какое-то время, там, не знаю, может час, может больше. И в субботу-воскресенье вы тоже работаете или нет? В субботу-воскресенье работаем, да, но там работает защищенный состав, два сотрудника, поэтому никто с вами долго общаться не будет.